знаете, здесь вообще страшновато говорить. Ну, во-первых, после такого философского пролога, где были включены вечно самое сильное в мире слово, самые точные библейские формулировки, с одной стороны, а с другой стороны, такие прекрасные девушки и парни вышли с такими прямыми спинами, ну вот как здесь, вот мне старому грибу здесь быть, я же просто и не знаю. Знаете, ну вы видели, у меня прекрасное читательское жюри, ведь каждый режиссер, даже самый великий, он всегда начинает работу с чего? Он открывает книжку и говорит, а что там у нас написал писатель? Вы знаете, мы будем, наше жюри читательское, будем журить в соответствии с законами, которые были произнесены здесь. Мы будем судить вас по любви. Я рад вас приветствовать. Я 2 года назад здесь был, и очень, действительно, для кинематографистов это большая радость, что видеть такой зал большой, полный абсолютно. Спасибо вам, ганчинцы, за любовь к кино, которая, к сожалению, часто покидает нас. А вот когда приезжаешь в Ганчино, здесь возникает это ощущение, что мы все, вы и мы вместе с вами, естественно, любим кино. Спасибо. Надеюсь, что будет интересная программа. Я еще ничего не видел, мы тоже, члены жюри тоже не видели. И мы будем смотреть с интересом и дальше решим. Спасибо большое. Большое спасибо за эти теплые слова приветствия. Спасибо, друзья.